Так вот, ребята, пятница 13, всем привет, приехал я на техосмотр. Мотоцикл я, правда, не заводил уже пару месяцев, и техосмотр в мае закончился. Я первый сегодня, так что сейчас он прокатится, тормоза проверит, на выхлоп не знаю. И посмотрим, сколько это будет стоить. Прострочка и, ну и... стандартная это стоимость техосмотра. Вон, кстати, специальный зонт, компьютер. Вот, все сходится, все нормально с выхлопом, с тормозами, световыми этими приборами. Ну вот и все. Гефарен, зайд сваярен, каум гефарен. Филяк 1000 километров, ин сваярен. И вот новая плакетка до ноября 2020-22 года, господи, блядь. Так что как-то так. Сегодня будем с Лехой на Хонде Шеду Черная Вдова зажигать. Всем спасибо и пока. Иду сейчас заплачу и вперед на мины. Ну и все, я заплатил ровно 90 евро. 11 евро за то, что я полгода протянул резину. В принципе, вот печать и этот поставили сюда, что новый техосмотр будет до 2022 года, короче, в ноябре снова. Ну, как-то так, ребята, вот эта маленькая книжечка, да, то есть маленький техпаспорт, его надо постоянно возить с собой в портмоне. Все, всем спасибо, всем пока. С вами... Ну ничего, тут крутой чувак приехал. Здорово. Леха, поздравляю тебя, Леша. Да. Поздравляю тебя с получением прав. И первой официальной покатушкой, да? Да. Вот, смотрите, как он номер сделал. Как и хотел, крыло обрезал тоже, все дела. Работает как танк, да, Леха? Да, прет как танк, ебать. Бомба. Шлем у тебя такой крутой, да? Да. Насмотрелся этих боевиков, наверное, да? Да, да. Ну, а мы тут занимаемся сейчас. Мерседеса. О, какие красивые, смотрите, ребята. Какие красивые ручки, какие красивые эти. Зеркала заднего вида. Прохладненько? Да, свежо, блин. Не, знаешь, я когда ехал, я еще раньше тебя выехал сегодня, да? Да. И это самое, ехать теплее, чем стоять. Ну да. Я вот заметил. Почему-то. Ладно, ребят, сегодня у нас первая официальная покатушка. У меня новый техосмотр, а у Лехи новые права. Согласен. Не переключайтесь. Ну-ка. Погони. Громче, Леха. У тебя вроде погромче. Ха-ха-ха. А у тебя такие две эти. Так у меня внутри, видишь, глушилки, блядь. Ну, у тебя дырка на сквозная. Ну, у меня огурцы, у тебя эти. Да. Гранатометы. Вот хочу другие поставить. Правильно, чтоб дырка пустая была. Надо. Да. Кстати, обратите внимание, такие маленькие поворотнички у Лехи. Потом ручки он тоже сделал, он тоже такие крутые. И это мягкое. Зеркала прикольные. Все, мы приехали в Луис. Посмотрим, что там есть. Показывай, вон все поворотники разнокалиберные. Во, это так будет моргать. А, нет. Ага. Вон. Мелкий, смотри какой. Ага, вообще не увидишь. Слепит.
Глаз как слепит. Да, да, сильно, сильно, ага. Офигеть. Прикольно. Нет. Вот как у меня он будет. Примерно, да. Ну и цены 25, 19, 38, за один, 48, да. 68, 68, 58, 58, 97 даже вот эти вот. 97 вот этим сверху. Офигеть. Я что-то за 60 евро или за 74 штуки купил. Ну, масла всякие. Мне это тормозную жидкость надо. Бремс ранний дед. На мотоцикл? Нет? Не менять, бремс ранний дед. Вот он. Вот он. Фуэра 93.